Сьогодні в нашій студії ресторатор Дмитро Борисов. Дмитро, ми чекаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. О, бачите, Дмитре, ви не справдили наші сподівання. Ми думали, що ви хоч картоплину якусь візьмете, хоч яєчню варену. Хотів, але я на мотоциклі, поэтому. На мотоциклі? А ми на мотоциклі можемо назад поїхати до вашого ресторану. Собі на мотоциклі ви возите і їжу, і сосиски, і все, що завгодно. Дім, добре. Питання в наступному. Були у вашому житті випадки, ми сьогодні говоримо, як піти красиво. Коли вам говорили, що вам потрібно забрати речі і піти геть? Чи то в побуті, чи то в професії, на початку кар'єри. Давайте. У нас же в круассанах честные разговоры. Честные. Так. Ничего, что я по-русски буду. Конечно. Да ничего, по-русски. Это ужасно. Вот именно, я там слушал, перепугался. Не-не-не. За кулисами. Ну, наверное, это все связано где-то с каким-то юношеством, да, с отношениями с девочками. Вот. И, ну, наверное, а как это было, расскажи, чтобы не повторить помилку тих Честно, девчон. Я так конкретно не могу вспомнить. Помню, что какая-то пощечина была где-то между лестничными проемами. И как вы отреагировали на цей ляпас? Вот так вот. И пішли? Да, потому что, конечно же, я себя чувствовал, наверное, виноватым, потому что это, наверное, да, было за что-то, вот как-то. То... И взял свою, по-моему, гитару тогда, это все мои вещи были. И... Тобто це було таке приниження в вашому житті. Ну, зараз ви, можна сказати, вже багато років... Потім з психотерапевтами зустрітився, пару років... Так, але ж це особисто. Да, я розібрався з цим. Можна я? Зараз ви вже багато років в БОС. Ви приймаєте рішення, з ким, як звільнятися. Красиво чи некрасиво? Як ви, правило, звільняєте людей? Як ви з ними розлучаєтеся? Ну, чесно говоря, це не особо комфортна для мене роль. Вот. І я давненько вже вистраював свої компанії таким образом, щоб у мене було 2-3 ключових чоловіка, які є моїми правою і лівою рукою. Вот. И вот только относительно их я принимаю решение, брать на работу или увольнять. Все остальное, ну, допустим, сейчас у нас 500 человек штата, я не принимаю решение, кого брать, кого увольнять. Это уже операционная деятельность, которая занимается моя правая там или левая. Вы сведомы, что на это? Да, вам неприятно это? Неприятно. Нет, я не люблю такие штуки. Почему? Потому что, ну, мне кажется, я всегда... подсознательно и осознанно ищу возможность улучшить, да, что-то, как бы подсказать где-то, а часто... Но вы же все равно говорите тем ребятам, которые набирают, да. Мне нужно уволить этого человека, он мне не... или просто он мне да. не подходит. Вот что вы чувствуете в этот момент? Ну, на самом деле, я так не говорю, я если что-либо такое высказываю, да, рекомендую, я четко обосновываю. Вот. И мало того, я всегда прошу и всегда со своей стороны тоже стараюсь сделать это все письменно, в любой письменной форме. Это может быть смс, где прописано четко обосновано. SMS? Это может быть имейл. Это жахливо. Почему? Ну, поспілкуйтеся с людьми. Вы же сами не спілкуетесь. Лива або права рука нехай підійде и скажет. Дело в том, что психологи говорят, что 90% информации устной не усваивается. К сожалению, когда мы с вами друг с другом говорим, каждый слышит то, что он хочет слышать. А когда пишется в любой, главное, чтобы это была прописанная форма, пусть это смс, имейл, Facebook, например, да, потому что у нас, например, рабочие группы все в Фейсбуке находятся, и мы там управлением занимаемся, менеджментом. Лучше написать. Слушайте, ну, але ж це безвідповідально. Ви розумієте, що людина навіть не зможе емоційно злитися в той час, коли їй будуть прямо говорити, або там виправдатися, тим паче, що... Чи ви думаєте, що завжди виправдано звільняєте? Це про мальчика і дівчинку, це не про бізнес-взаємоотношення. Та нічого. Бізнес-взаємоотношення, ну, що значить виправдати? Зачем виправдати? Якщо і прийнято вже рішення, воно вже прийнято рішення. Нужно його прийняти. А ви жалели о прийнятті рішень подобних, об увольненні людей? Нет. Никогда не жалели? Нет. Если такое же происходит, это происходит четко, обоснованно. Ну, нам, мальчикам, это легче делать, потому что мы меньше руководствуемся эмоциями. Девочкам, да, они могут вот так вот говорить, там, ну, оправдаться там, или еще что-то. У парней, по-моему, с этим все проще. Потому что если это происходит, это уже происходит, скорее всего, позавчера в Киеве прошла благодійна барахолка. Да. Про інше скажу. Да. Вы там брали участь. Что принесли, что продали? Сколько там взагалі вдалося зібрати чего? Так сложилось, слава богу, что мы вместе с Аленой Злобиной каким-то образом соорганизаторы, поэтому кроме того, что я продавал старые живые устрицы, лобстеры, крабы и бургеры,
у себя на Воздвиженке, где я там нахожусь со своими ресторанами, я больше ничего не успел продавать, потому что у меня все время ушло на это. Именно на это. То есть, ну, вы принимали какое-то активное участие, да? В организации. Вы верите в благотворительные эти аукционы? Этот аукцион вообще получился? Мы будем говорить с организацией? Это не совсем аукцион. В такие штуки я верю, потому что это действительно то, что реально происходит, когда люди... ну, занимаются тем, что им интересно в данном случае, взаимообменом денежных знаков и старого тряпья. Да, и часть этих денег каждый, кто посчитает, в какой части нужным, отдает на благотворительность деткам фонд «Таблеточка». Слухайте, ну, Валерій, після подорожі в Америці дуже багато має таких речей, які можна було б продати. Можна буде взяти, наприклад, йому участь у наступному? Нужно. Я, кстати, у меня сейчас ничего нет, Дима, ничего нет. Рубашечка. Я все раздаю. Кто купит мне? Айпадик вот можно. Да? Это служебное, Дима. У меня ничего нет. Вот скажите, я вот, меня больше интересует, извините, жратва. Да, вот. Согласен. Вот, нечего есть, поэтому голодаю. Вот я слышал, что в последнее время на Воздвиженке с вашим участием стали модными такие опен-эйры, открытые пикники. Да, как долго они будут проходить? Что там вообще происходит? Чем они отличаются? Это дамочки приходят в бикини, ложатся, им жарят мальчики барбекю. Вкратце расскажу, что это происходит. Это так называемый претест нового моего ресторана, который откроется буквально там в ближайший месяц, здесь же, на этой же площади, претест меню. Так как это не совсем стандартное меню для нашей страны, для нашего Киева, вот, я решил в течение 2 месяцев на викенды протестировать, каким образом гости умеют разбираться в устрицах, в хороших креветках. А есть умельцы. Приходят со своими плоскогубцами. В черных бургерах и так далее. Вот. Соответственно, вот этим мы занимаемся каждый день. Что там в меню будет такого, что Борисов предложит интересного? Ну, практически все, как я говорю, это гастрономические различные специалитеты. Ну, например, там, если это бургеры, то это черные бургеры или белые бургеры. То есть существенно отличающиеся от банальности, которые вы привыкли здесь и там потреблять. Это, опять же, крабы в различных приготовлениях, вот, лобстеры. Короче, все будет по $7, как в американских китайских ресторанах. В 7 раз дешевле. В 7 раз дешевле? По одному доллару. Я когда хожу, извините, я когда хожу по Воздвиженке и там рассказываю, кричу, говорю, извините, пахлава, медовые шашлычки из мидии нет у нас, есть лобстеры, устрицы, крабы, извините, что дешевле, чем во Франции в 3 раза. Простите нас за это. Скажите, в Китае вы планировали, Юля, извини, открыть ресторан? Дмитрий Борисов планировал открыть ресторан в Китае. Чем закончилась эта история вообще? Чем закончилась? Мы открыли 3 ресторана и продали их успешно китайцам. А сейчас я вот уже буду 2-й открывать в Испании. В Валенсии мы уже открыли. Кстати, такой вот крабсбургер, который будет и на Воздвиженке, в Валенсии. Будет в Барселоне через, я думаю, 1,5-2 месяца. И к концу года, может быть, в Мадриде. Ну, надеемся, что вы сегодня пришли с пустыми руками все-таки на открытие. Вот эти ваши черные бургеры мы попробуем. Жду вас на обед. Спасибо. Вчерашних лобстеров я не ел. Вас тоже не отпустим с пустыми руками. У нас есть изысканное блюдо. Курасан с лавровым листочком и с бананчиком. Дмитрий Борисов, это наш бургер. Вот и позавтракал. Смачно. Тільки їжте зі шкоринкою, будь ласка. Добре, дякую. Дякую. Так.